Пап, догони! Папа, догони! Попробуй догони! Попробуй, чтобы я этого не сделал! Как мне его достать, Вера? Я не знаю. О, мороженое! Ребята! Круто! Какой лед, это мороженое. Лера, ты зачем в меня целилась? Что ты мне мороженое? Ты же любишь мороженое. Дай тебе дверца еще. С собой разжигать костер? Лера, пропеллером подуй, костер разожжется. Лера, ты что делаешь? Лера, нет! Пожар! Так, где огнетушитель? Ой, я залезла в этот... Лера, ты где делась? Найди меня. Хорошо, сейчас. Ой, мусорник прыгает. Кто это сделал? Я игривая кошечка, как с клубочком. Ой, пойдем, я тебе соседям отдам. Нет, я тебя решил отдать соседям. Что ты делаешь? Я не могу дверь открыть. Ей, пюре. Пойдем, устроим в холодильнике порядок. Ей, круто. Вкусный же. Ё-моё. Так, мыло. Что ты наделал? Телевизор упал! Да рыбка сделала! Слушай, Лера, давай скажем, что это Немо сделал. Он прыгал-прыгал по полу и перевернул нам телевизор. А, я тебя вижу, зеленый ребенок. Подходи, курочка свеженькая, будешь? Все. Я печенье заряжаю и посуду мою. Ой, блин. Опа, ей! А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? Раз, два, три. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Папа, я должен сказать тебе что-то очень важное. Что? У нас в холодильнике появилось много мороженого. Много мороженого не ешь, а то мама придет заругает. Мама придет заругает. Ребята, продолжаем играть Who is your daddy, вы на Валеришка Плей. Поехали, поддержите нас лайком. Итак, я папа, и у меня в руках пылесос. Устраиваем торнадо, Валеришки! Лера, об стол не бейся, голову разобьешь, мама меня не по головке не погладит. На тебе пылесос покушай. Чё? Так. Ой, привет! Побежали. Валим, валим, валим! Так, друзья, мы вам сегодня показываем самое новое, что нам удалось найти. Ой, блендер. Лера, будешь в блендере? Лера, ты зачем стол двигаешь? Лера, ты шо, Халк? Лера, ты Геракл? Или ты Лера, Геракакл? Геракоколяк, отлично. Так, берем мясо, вкусненькая водичка. Ребята, нам тут сказали, у нас где-то мороженое. Где мороженое, непонятно. Пока что только курица. Ё-моё, я ее съел. Я думал, это мороженое, это курица по ошибке. Давай устроим пожар. Так, поджигаем все конфорки, открываем духовку. Я не знаю, я не могу понять, как тут поджигать. У меня не получается, потому что... Ой, ё-моё. Я пока тут все закручу. Так, наливаем маслечко и сейчас будем... Ой, не сюда, не в рот, на сковородку, говорю. Маслечко на сковородку, плохое. Побежали. Лера, ты где, ты что там делаешь? Я сейчас... Знаешь, самый главный ингредиент для яичницы какой? Бензин. Еп, ё-моё. Только не на эту. Не на выключенную конфорки. Открываем все и наливаем бензинчик, чтобы было теплышко. У нас наступила весна, и у нас с Лерой дома холодно. Да. А мама уехала, и нам ничего не оставило погреться. Поэтому мы наливаем бензин и разводим на кухне кастрик. Лера, ты куда ползешь? Лера, ты зачем всю посуду побила? Куда? Не куда? Чихай на муку и не пукай на муку. Что ты делаешь? Лера, ты что, собралась с собой разжигать костер? Ага. Лера, пропеллером подуй, костер разожжется. Лера, ты что делаешь? Лера, нет! Пожар! Так, где огнетушитель? Лера, где мой огнетушитель? Лера! Лера, не спали нам всю мебель. Лера победила, ребята! Слушай, я, кстати, не мог расшечь этот костер, а Лера прям изумительно это сразу сделала. 110 на 0. Ладно, поехали дальше. Следующий левел. Так, теперь я опять папа. И я не допущу, чтобы Лера такое у нас делала на кухне или где-нибудь еще. Мама, не приходи, пока мы заняты. Так, ой, смотри, пылесос. Надо про пылесос, сейчас мама придет, а коврик грязный. Ага, так, ё-моё, что там у нас? О, белизна, прикольно. Так, ой, Лера, что ты? Я! На пылесос. Пок... Ну, так, привет. Вкусный же. Ё-моё. Так, не мыло. Что ты наделал? Телевизор упал. Лера, я не виноват. Он никогда раньше не падал. А теперь он, оказывается, упал. Господи, у нас мы кредит взяли на полтора года на этот телевизор. Что нам теперь делать? Возьму, пожалуй, соску съем. Так, ладно. Пойду игривой кошечкой его подпихну головой и попытаюсь поднять. Пропеллер подымай. Я, ладно, подмышки помою себе. А что еще делать? Скучно-то, господи. Телевизор с пенякой. Телевизор! Нет, Лера, живи!
Телевизор, короче, помер окончательно. Лера, ты куда? Лера, это ты сделала? Лера, я все маме расскажу. Что это ты? А, это рыбка сделала. Слушай, Лера, давай скажем, что это Немо сделал. Он прыгал-прыгал по полу и перевернул нам телевизор. Лера, точно, маме так и скажем. Запомни. Что, давай только не это. Не провалимся и не проставолосимся. Так, у меня мыло летает, кстати, за холодильник залетело. Как мне его достать, Лера, не знаю. О, мороженое! Ребята, круто! Какой лед, это мороженое. Лера, ты зачем в меня целилась? Ты же любишь мороженое. Да тебе дверца еще. Лера, мороженое будешь? А попсиколу? Я тебя запомнила. Запомнила, хорошо. И запомни, мы должны маме сказать, что рыбка сдвинула телевизор. Побежали. И-га! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я на высоту. Ой! Я не знаю, я стол хочу подвигать. Так, жесть, как холодильник открыть? Когда у меня в глазах черная мука, то есть прах нашей прапрабабушки, нам тяжело открывать какие-либо, у нас не работают функции открытия дверей. Курица. О, Лера, мама сказала тебя покормить. Нет! Иди сюда. Иди сюда, Лера. Нет! Где ты спрятал? А, я тебя вижу, зеленый ребенок. Подходи, курочка свеженькая будешь? Все, я проиграл. Ребята... Курочка свеженькая добила Леру, сырая с костями. Ребята, никогда не повторяйте того, что мы вам сегодня показываем. Да. Естественно, Валеришка выиграл, а я проиграл, аж в минус 10 ушел. Поехали! Так, теперь я папа. А, я опять папа, ничего себе. Потому что я так выбрала. Обалдеть. Лера, ты хитришь. Хорошо, берем пылесос. У нас их даже два. Причем один сразу пришит к руке. Так, пойдем устроим в холодильнике порядок. Е-е-е, круто! Лера, я не знаю, что мы есть будем. Пойдем, я не знаю, травы пощипаем. Или... У нас лед в морозилке, точняк. У нас же в морозилке мороженое. Лера, ты что, забыла? Лера, хватит возле розетки тереться. На тебе стула, на тебе. Не выдумывай. Так, привет. Надо тебе взять бензин и поджечь нас. Зачем? Лера, в блендер не лази. Лера, что ты делаешь? В блендер не залази. Лера, пойдем я... Куда ты меня потащил? Пойдем я тебе соседям отдам. Нет, я тебя решил отдать соседям. Что ты делаешь? Я не могу дверь открыть. Есть! Пюрешка! Ребят! Там твои глазики еще, смотри. Пошли к соседям теперь. Ребята! В таком виде я расчесаться забыла. Я опять проиграл. Лера расчесаться даже забыла. Так к соседям спешила, так спешила, что аж в блендере не расчесалась. Поехали, теперь я малыш. Все, Лера, теперь можешь мне за все отомстить. Я не пойду. Не пойдешь? Блин, я мяч съел, ты представляешь? У меня теперь живот болит. Побегу куда-нибудь. Я могу, это не нормально. Да, абсолютно не. Лера, ура! Хватит. Ура, я устраиваю, тут даже надо, приходи ко мне. Хорошо, сейчас приду. Так, я там пока по ящичкам ищу, что там есть от живота, какие-нибудь таблеточки. Ой, вилочка. Пойду устрою фейерверк. Пап, догони. Папа, догони. Попробуй догони. Попробуй, чтобы я этого не сделал. Моментальная победа, ребята, круто, никогда не повторяйте то, что мы вам сегодня показываем. Так, есть, я 120 очков на 0 победил, Леру вообще разнес. А я на себя на 0 забыл. А, да, кстати, друзья, было. Поехали, так, теперь я папа, Лера у нас мама, шучу, малыш. Так, пойдем пропылесосим, ой, мы в одной комнате, Лера, ты посмотри. Смотри, я прям фруктики собираю в пылесос. Лера, Лера, у тебя памперс чистый, я тебе могу пропылесосить, помочь тебе. Лера, ты что на... Лера, зачем ты на воздухе зависла? Лера, что ты делаешь? Лера. Я катаюсь. Лера, ты катаешься на пустом месте. На тебе пылесоса покушай. Должно помочь. Ну, мама нам лекарств не оставила. Поэтому пойдем с гранатометом воевать. Ладно, шутим. Мама, дай мне, пожалуйста, лекарства. Ой, я залезла в этот... Лера, ты где делаешь? Я играю в прятки, найди меня. Хорошо, сейчас. Ой, мусорник прыгает. Кто это сделал? Я игривая кошечка, как с клубочком. Ой, хозяин оставил мне поиграться. На-на-на, Лера. Лера, а как ты так в стене застряла? Я пошла. Лера, ты проходишь сквозь стены? Да, я Лера, магическое существо. Ты призрак. Ё-моё, я аж себе ведро на голову надел. Вы представляете, пойду мороженого поем. Так, что у нас в морозилке? Мороженое. Кроме льда, мама нам ничего не оставила, придется хавать его. Лера, зачем ты столы бросаешь? Что ты делаешь?
Лера, ты шо, Халк? А как на фонарь залезть? Я хочу включить свет, мне темно. На меня лед плохо подействовал, я от него позеленел. Я, Лере, попал прям в башню стулом, и от этого стало немного хуже. Поэтому, друзья, я опять проиграл! Жесть, у меня минус 10, у Леры плюс 97. Ладно, мы не сдаемся. Да, обидно, досадно. Обидно, досадно, ну ладно, ладно, ладно. Так, я теперь у нас кто? Я теперь у нас малой с бейсбольным мячом. Пап, давай бейсбол играть. Без пылесоса, чур. Папа, не выдумывай. Папа, куда спрятаться? Папа, не пылесось меня, пожалуйста. Папа меня видит? Надо. Так, куда? Посудомойку куда? Шкаф, куда спрятаться? Ё-моё! Спрятаться от меня. Я не могу запрыгнуть на эту столешницу. Ё-моё, у меня что-то с ногами. Папа, ты мне что, ноги пропылесосил? Так, да. Ё-моё, я опять упал. Лера, не пылесось меня, пожалуйста. Мне и так плохо. Так, блендер мой любимый. Как же победить? Ё-моё, я вставил блендер. Ага, ого, он за картой. Папа, я в блендере. Но меня не видно, ребята, не говорите где. Ты что, включила в розетку? Да. У-ху! Вертолеты на улице. Да-да. Отлично, это победа. Друзья, я сделал больше всяких бабякостей и вредностей, но по нулям. Но я победил, тем не менее. Поехали дальше. Теперь я малыш. Я слишком быстро помер, поэтому продолжаем следующий раунд. Я опять за малыша. А я теперь папуся. Папуся. Так, папуся, в бейсбол играть будем или что? Побежали тогда. Папа, ой, папа, опять с пылесосом. Жесть, я папу боюсь, когда он с пылесосом. Он мне начинает пылесосить и скармливать его. Лера. Так, ребята, а когда, как я интересно... Как я, интересно, в туалет пылесосом схожу? Лера, как ты думаешь? Слушай, я сейчас сделаю хитрый финт ушами, пока Лера не видит. Так, включаем. Я ничего, я включил просто в розетку печенье. Так, вставляем. Печенье? Да, печенье, чтобы оно подзарядилось. Печенье грустное, потому что оно разрядилось. Пойди в окно, посмотри. Берем тостер, друзья. Подходим к раковине, включаем водичку. Я печенье заряжаю и посуду мою. Ой, блин. Опа, есть! Ребята! Ты взорвался с тостером? Нет. А-а-а. Это я просто посуду помыл, и мне чашка на голову упала со шкафа. Плюс 1000! Ребята, круто! Это фееричная победа! Поддержите лайком эту серию, смотрите все видео на наших каналах. Валеришка, Максим, Play Games. Все ссылочки в описании, не пропустите, ведь мы все стараемся только для вас, потому что вы у нас кто? Да, мы вас всех, друзья, очень-очень любим. И всем пока. Пока-пока. Никогда не повторяйте то, что мы вам сегодня показывали. Это опасно.